на кнопочку, да? Так, возьмем удобрение. Удобрения у меня очень хорошие. Делаю я его сама. У меня есть панкара. Я туда кладу, что Бог подаст. Яблочки, те же помидоры, лук, все, рыбу. В общем, все отходы. Все отходы. И вот это у меня удобрение. Самое класс. Хорошее, говорят. Растет как на дрожжах. Вот, берем это от мульча. Мы ее утром взяли из машинки. Вот, отдельно сажаем. Очень важно перемешать. Полить. Просто мы даже будем удобрять им этой органикой. Удобрять. И будем вам показывать, как это происходит. Как отличается рост. Первый куст слева у нас без мульчи. Второй куст мы будем сдавливать постоянно, регулярно мульчой от смарт-кара. Мамуль, ну мы с вами будем постоянно рассказывать, да, нашим читателям? Да.